Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Так, сейчас я подготовлюсь. Все, let's go. Вспомню, что я хотел показать в прошлый раз. Это оружие, которое мы нашли. Двойной клинок. Парный клинок называется, да? Вот он. Это оружие, видите, я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь его использовал. Вот так оно выглядит. Красиво, видите, анимация, атаки, все прям отлично вообще. Ну, в чем проблема, да? Оружия такого вида, да, примерно штук 6, наверное. И у них у всех просто ужасные показатели атаки. Самые ужасные. Поэтому ни один человек не носит это оружие. Я не понимаю, почему. Могли хотя бы один клинок сделать сильным. Красиво, очень красиво, смотрите. То есть за все время ни разу я не видел, чтобы кто-нибудь дрался с этого клинка. Ни разу. Смотрите, если его зачаровать ядом, да, то вроде будет интересно, да. Чик-чик, удар, 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 удар. Ну вот так вот, собственно, давайте уберем его. Он еще немного весит, но ерунда. Возьмем наш ножик, меч. Ну и, собственно, пойдем фармить сет. Тоже надо сказать еще пару слов про сет. Сначала зайдем сюда, дальний огонь. Про сет. Само собой, в игре очень много сетов, много очень брони, да. Сейчас я буду фармить, она далеко не самая лучшая. Она легкая броня, само собой, легкая броня о чем говорит? О том, что там будет физический какой-то дамаг. Очень слабо дефать, очень слабо. Где-то по 300. По 300. Хотя, например, множество доспехов, которые под 600, под 900. Самые сильные доспехи, я уже говорил, 1100 дефают. Физ урона 1100. А наши будут 300. Но зато, во-первых, это редкий сет, то есть это уже будет приятно ходить, да, чтобы те все смотрели, а не как обычные итемы, которые любой может взять. Этот сет фармится только в одном месте и только на Х+. НГ+. Так, сейчас. Так вот. Потом еще плюс, что там увеличен, короче говоря, шанс кровотечения, да? Или увеличена сила кровотечения. Ну, короче говоря, вот это влияет на кровотечение, это хорошо. Поэтому, быть может, я первый раз буду зачаровывать оружие в кровотечении. Хотя я не люблю кровотечение, но попробую. Может, реально с этим сетом будет что-то лучше. Еще один плюс, что сет легкий, он весит 8 килограмм. То есть нам вообще не нужно будет качать ФЗЧ вообще никогда. Я откашну на единичку, но это не было смысла. Ну что ж, пойдемте. А, я хотел, да, давайте мы повысим левел. Продолжаем прокачивать адаптацию. Он всего лишь 15, это, конечно, копейки. Нужно 30 хотя бы. 30. Опс. Вы разницу вряд ли убьете, я говорил, что вся разница будет в том, да, что оружие будет проходить сквозь вас. Вот в чем разница. То есть вы будете прыгать, и оружие не будет по вам попадать. Куда мы идем? Ага, мы идем сюда. Ой, как это будет геморрой, наконец. Надо вот придумать, как можно быстро убивать. Там, короче говоря... Сейчас я вам все покажу. Ой. Горение. Здесь мы все сделали. Мужиком поговорил, босса победил. Да, здесь я абсолютно все полностью прошел. Я вам советую юзать уголь только после того, как вы точно уже прошли локацию эту. Потому что он может усиливать боссов, да, это уже будет геморрой. Например, как помните, я был в локации, где кузнец новый Макдак, да, Макдольф. Вот видите, помощники есть. Там я говорил про уголь вражды. Его ни в коем случае не нужно использовать до того, как вы не убьете боссов. Сначала надо убить боссов основных. Боссов руин и так далее. Потому что они будут нереально сложные потом. Вы видите, да, сколько ударов? Блин. Само собой, убивая смысла всех их нету. Надо просто быстренько пробежать. Ничего не видно, ну ладно. Больно? Больно. А то скажу, что будет не больно.
А, еще по мне попали, типа, что ли? Нифига себе. Вы видите, да, что все это, конечно, геморройно. Они все будут отнимать по половину хп. Пускай даже будет. В принципе, ее призывать смысла нету, да. Но, с другой стороны, а пускай будет. Вообще, я даже не планирую. А, мне надо будет... А, нет, все правильно. Мы сделаем по-секретному. То есть... Да пошли отсюда. То есть нам... Вот запомните, кстати, очень важную особенность, что вы не сможете использовать новый уголь вражды, пока не убьете босса локации. Это очень важно, если в этой локации есть босс. Например, если я сейчас здесь их убью, я не смогу пойти уголь вражды заюзать. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Просто пошли к боссу. В принципе, нам не важно, есть она, нету, потому что там надо будет нам делать один секрет. Что? Сюда иди. Секрет именно для фарма таких вещей. Он работает именно здесь. Ну, может быть, в других местах тоже можно попробовать. То есть, в чем суть секрета? Когда мы будем убивать этих мутантов, да? Это получается сет тени. Нам надо будет... Давайте все заново. Все. Я хочу получить сет тени. Для этого мы пришли сюда, да? Мы использовали NG+, потому что эти тени появляются только на этом моде. И появляются именно здесь. Эх, я чуть не навернулся. Я уже говорил, да, что фантом будет тоже сильнее, который бот. Она сдохла. Она просто упала и сдохла. Ладно, пофиг. Абсолютно пофиг. Я говорю, что бот бесполезный. Давайте попробуем. Я еще ни разу не пробовал натренироваться. Пускай не выходит. Давайте, выходите. Пока. Видите, это просто скрипт. Работает скрипт, они вас не трогают. Что мне сейчас нужно сделать? Мне нужно сейчас убить двоих теней, это уже будет проблематично, и выйти из игры. О, как больно-то. Ну вот вы видите, да? Я не знаю, как я буду это фармить. Это будет очень сложно. Вот они, вот кто нам нужен. Хотя, опять же, если конченый бот пройдет, то... Что-нибудь получится. Ладно, я перемотаю. Кстати, еще обратите внимание, да, чтобы все получилось, то есть, чтобы можно было поднимать вещи и выходить из игры, да, и потом опять поднять, и убивать и поднимать. Для этого, само собой, вы должны играть соло, то есть, без фантомов. Иначе у вас просто не получится выйти из игры. У вас будет кнопка неактивна. А я буду мучиться их убить, пока мне сложно, именно с моим оружием, нулевым, абсолютно бесполезным оружием. Ну, я буду пробовать. Просто буду дальше пробовать. Возвращаемся обратно. Фух. Короче говоря, после долгих мучений ничего так и не получилось. Просто, опять же, как я и говорил, да, слишком рано я пришел. Слишком рано. Хорошо, не проблема. Нам есть куда идти. Тем более, я уже говорил, что доспехи, они не такую прям феноменальную роль играют. Мы можем в этих доспехах пройти всю игру. Так, давайте починим колечко. Починить. И пойдем дальше. У нас еще один босс есть. Даже здесь невозможно сложно. Невозможно просто. Вот так, это мы оставим. Ну и как-то вот так. Все, что ж, let's go, let's go, let's go. Нам нужно убить босса, получить ветку. Ну, одной ветки нам, видимо, будет мало, если подумать. Будет мало. Ну, потом что-нибудь придумаем. Нам нужно быстрее найти наше оружие уже, проапгрейдить, чтобы я мог с одного удара хотя бы убивать. Иди ко мне, дружок. Я тебе дам пирожок. Можно пойти всех раскидать. Кстати, надо было принять форму, да. Мой бэт. Подождите, я же не повышал сложность. Почему так больно бьют?
Давайте лучше двух рук будем бить. Не, бьют они больно, или у нас вообще доспехи нулевые. Уходи! Опа! Нормально, все, жив-здоров. Да, надо нам принять человечность. Осталось две фигурки, ну ничего страшного. Ничего страшного, я уже говорил, да, что мы просто можем потом кому-нибудь помочь. А мы в любом случае кому-нибудь поможем. И все. Ага, там у нас сразу три, видите, в чем проблема, что неприятно. Оп. Это стреляет очень быстро. Когда вы будете играть на NG+, да, они будут стрелять по два раза. Ой, ой, извините, я промахнулся. По два раза, и это будет очень быстро. Ну, все пройти можно. Ну ладно, пускай будет так. Я забыл, что у меня нету кольца. Перематываем. Все, я вернулся. Подбираем душ и продолжаем дальше. Ничего страшного не произошло. Здесь два шага идти. Используем сейчас... А, ну вот еще прыжку поднять. Используем сейчас человечность. Ну ничего страшного, я говорю, что мы потом просто будем помогать и все. Просто когда я прыгал, то я думал, что у меня колечко осталось вот это вот от прыжка, но, к сожалению, видимо, не осталось. Смотри, как его плющит. Так, здесь уже можно ставить человечность. Последнее осталось. Ну, даже хорошо, потому что до этого я играл, у меня постоянно было все лишнее. То есть 28 человечности было. По 40 каменя Фараса, да, я видел секретку. Вот она, еще одно место, где Лукатель. Видите, нам нужно обязательно ее призывать. Кстати, у нее тоже хорошие доспехи, и они мне нравятся. Я вот думаю, или ее взять доспехи, или доспехи тьмы. Я вот подумаю. У нее хорошие доспехи, мне нравятся, потому что у нее... Отлично сопротивление всем стихиям. А я вот это и хотел. Можно все взять, кроме шапки. Шапка у нее не очень. Хотя и шапку можно. О, но это уже... Да, это уже интернет. Мы не будем никого вызывать. Только по сценарию. А, вот у нас один мутант. Неприятный. Это весь мой дамаг? Ну, хотя бы, видите, я себя отвлекаю потихонечку. Нормально, нормально. Так, колечко у нас стоит. Как раз будем зарабатывать души. Что у нас здесь? Очищенный костяной прах. Это чтобы сделать апгрейд фляги. Потом идем сюда, нажимаем сюда. Ну, нажимаем. Во. Осторожно. Сейчас еще раз, да? Нет. Видите, дамаг мой такой слабый, я не знаю, это просто вообще плакать хочется. Так здесь же нету уже, по-моему, NG+, не, по-любому нету. Ритуальное кольцо и камень кровотечения. Кстати, тот шмот, который я говорил, тени, он не то что увеличивает шансы кровотечения, он увеличивает именно сам дамаг. Так, плюшка. Посмотрим, что у нас здесь. Большая душа. Лови. Балах. Уходи. Неприятный монстр. Кстати, знаете, как называется? Это называется усовершенствованная нежить. О, красота. Усовершенствованная. Типа на ней, видите, ставили испытания, и такая фигня получилась. Все, осталось нам немножко идти. Теперь мы убьем это чудо. Зайдем сюда. Здесь никого нету, и ничего нету. Выучить бы заклинание, которое хилит ваших союзников, реально. Ну, для этого нам придется много прокачивать лишнего. Чудеса всякие.
чудеса на вираже. Здесь секретов нету. Красивый череп. А вот это интересно. Я, кстати, не помню, какой здесь ключ нужен. Надо посмотреть. Это вот очень интересно. Ну что ж, поехали. Здесь у нас сейчас будет один или двое. Вот здесь надо быть очень внимательным, потому что один может сидеть, да, а когда он сидит, его не видно. Лучше сами заходите в эти комнаты, убивайте их. Вот он сидит, видите, да? Так будет безопаснее. Потом в эту заходим. И в итоге, смотрите, меня ни разу не ударил никто, ни разу. Так, все тихо, да? Вот. Душа гордого рыцаря и ключ камень Фараса. Пока он нам не нужен. Эх, я иду к тебе, грешница. Знаете, всегда, когда я проходил, почему-то мне казалось, что это мужик, но это почему-то девушка. Грешница. Просто, возможно, мы ее не видим лица. Но там ничего нету. Он тут бежит с дубиной. Здесь слева есть одна плюшка. Здесь опять же, здесь всякие, видите, заборы, проходы. Я, кстати, не так... Это хорошо, что я вот не знаю, что там надо. То есть, какой ключ нужен? Я так до сих пор не знаю. Потом узнаем. Я потом посмотрю, что у нас есть. И подумаем, где можем взять. Может быть, нужно убить рунного стража, а по-моему, не из-за этого. Возьмем все-таки наш щиток. Сколько он дефает? 85, отлично. Опять же, нам нужно постараться убить с одного захода. В принципе, этого босса мы можем танковать. Давай. О, мультик. Ну, а, да, грешница. Вот видно девушка, да. Женщина, а не девушка. Так, стоп. Я ничего не вижу, что происходит. Ой, мой косяк. Мой... Ой, какой косяк. Красава, краса. Я просто не понимаю, что она делает. Так, в идеале, что она должна выжить, не забывайте. Смотрите, она просто стоит, вы видите это? Больно, больно. Не трожь ее, не трожь. Давай драться, драться. Надо, чтобы она выжила. О! Так, осторожно уходим. И таким темпом она не выживет. И я могу не выжить, кстати. О, да-да, молодец, агрис на меня. Все, она не выживет, к сожалению, да? Долго, очень долго все это. Сейчас убьет меня. Живи. Нам нужно двоим выжить. Я не понимаю, куда, видите, я ничего не вижу, просто абсолютно ничего не вижу. Уходи, уходи же. Уходи же. Ну как же, блин, тяжело. Все, она сдохла. Ну
Да, молодец, пробил. Как же это все долго, я не могу просто. Давай. Ага, пробил, красавчик. Молодец. Да что ж ты прыгаешь-то? Хватит прыгать. Так, уходим, уходим, опасно. Опа. Уходи, уходи. Ну, давай, давай. Давай. К сожалению, умер наш бот. Ну что поделать? Не буду же из-за этого заново играть. Нормально. Все, самое главное, убили грешницу, это хорошо. Это очень-очень хорошо. С первого раза убили. Так, по-моему, здесь у нас ничего нет интересного. Угу. Получили души, получили супер душу. Но самое главное, для чего мы сюда шли? В первую очередь мы шли за веткой. За веткой было го. Потому что мы можем найти только здесь. Ловушка. Понимаю, что здесь ловушка, конечно. Здесь ловушки, я думаю, нету. Вот. Видите, какая ловушка крутая? Опять, смотрите, призрачная стена впереди. Но ее здесь нету. Но почему-то ставят ему лайки за это, я не понимаю почему. Вот здесь пробежимся, здесь ничего нет. Все, наконец-то мы сделали первое наше дело, очень важное. По пути к моему оружию мы наконец-то получили ветку. Эта ветка нам нужна, чтобы открыть проходы. Давай, 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 полетели. В принципе, не так страшно, что умер бот. Как я дрался без кольца. Красавчик. Не так страшно, что умер бот, потому что... мы не восстановились. Потому что еще будут места призыва, да? И там я не помню, сколько раз она может умереть. По-моему, один или два. Ну, посмотрим, ладно. В любом случае, нам сейчас шапка эта не нужна будет абсолютно. Ах, хотя пускай Карин. Ну и идем мы куда? Идем мы за моим оружием потихонечку. Нам идти не так далеко. Ну как не так далеко? Я знаю, у нас сейчас есть одна ветка, но нам нужно будет еще одну ветку. А вот где эта ветка? Это может, надо будет подумать. Это здесь будет потом ловушка. Так, взяли самоцвет и косточки возвращения. Лучше, лучше убить этих сразу, да, потому что потом будет неприятный момент. Ох ты, тварь, а. Талисман Ллойд, да, потому что будет засада. И они все выйдут.
А нам же не нужно, чтобы нам было больно, правильно? Да. Опа. Привет! Как дела? Как погодка? Вот так, короче говоря, просит, чтобы мы дали ей вещи, я понял. Эти вещи мы отдаем навсегда, а от них все равно никакого толку нет, шлем полого солдата. Вот, сейчас мы дадим это полого солдата весь сет. На тебе это. Вот, и вангерианца. Вот так. Да. Короче говоря, от нее никакого толку нету. Она просто будет нам помогать по пиромантии, да, даже нечего даже читать. Начинает все повторять. Вот и все. Так, колечки, кстати, хорошие колечки, но видите, они самые такие обычные. Без апгрейда. Но у нее мы сможем купить колесо потом на защиту от огня, но мы в другом месте возьмем. У нее, видите, есть еще вот этот вот цветок, он тоже защищает от огня. И вот это хорошая сарай плоть. Потом мы это купим, когда будем в железной цитадели. Ну что ж, сейчас будет засадка. Засадка. Я надеюсь, что я не сдохну сразу. Надеюсь, они ее бить не будут. Ну, пока я минусанул, уже восьмерых. Смотрите. Я уже всех убил, короче. Вот она, вся засада. А почему они ее не бьют? Лягушка. О, сальтуху сделала. Эх, старая добрая сальтуха. Соскучился по ней. Все. Дальше у нас будет костерчик. Ага, проверяем, не забываем. Отлично, все. Ловушку у меня убивала ловушка только один раз за все время. О, осколок фляги. Это когда я только начинал играть, я еще не знал про ловушки. Открыл, а там эта стрелялка была. И все, а так. О, вот наш костерчик. Ну, это какой-то далекий костерчик. У нас там еще один будет костер, поэтому пойдем дальше. Молодец, мастер по прыжкам. Привет. Опа, опа, опа. Растерзал. Короткая шпага. Опа. Ну, это легкие, крипы легкие. Вот мы находим как раз человеческие фигурки, которые нам нужны будут. Угу. Сейчас мы сходим в эту сторону. Ох. Сломал дверь. Ну ладно, бывает. И последнее. Все, ничего интересного больше нету. Сейчас мы активируем костер и починим оружие. И пойдем дальше. Нам нужно найти следующий костер. И следующую локацию нам нужна.
Эх, я думал, с одного удара убью. Тебе что, больше всех надо? Ладно, все, хватит баллоса, пошлите, короче. Ничего интересного здесь нету. Да что тебе надо от меня? Все, пошлите. А, так. Темнолесье. Вот что нам нужно было. Темнолесье. Чтобы сюда попасть, вот нужна была ветка былого, чтобы... Ой, я помешал кому-то кушать. Да ударь ты, а. Бежим дальше. Здесь ничего сложного не будет. Здесь будут такие монстры. Вот видите, кидаются у нас камнями, да? Это ихний аналог лучников. Опс, опс. Колечко-то хоть стоит у меня? Душ, да, стоит. Вот, ключ камень Фараса. Это ключи нам нужны будут. Там будут интересные такие локации. Я вам потом покажу. В любом случае, эти ключи, они не бывают лишними. Никогда. Немножечко не хватило. Пепси. Так, всего минусанули. Ясно. Из них выпадают самоцветы, тоже ничего интересного здесь нет. Ну, собственно, куда мы шли? По времени, пока у нас еще есть время, нормально. Здесь потом мы еще встретим Пейта, да, но это будет чуть позже. Нам сейчас нужно идти сюда. Кстати, неприятная локация. А, я вот забываю, нужно нам активировать костер. Давайте похилимся. Неприятная локация, там эти будут, типа невидимых. О, сколько крови, видите? Вон стоит невидимка. Вон. Видите, я его не увижу в тумане никак. А, это фантом, это немножко другое. Вот он. Вот он. Да я не могу, не хватает выносливости, что я сделаю. Хорошо, убили. Проблема в том, да, что если они подходят к вам из-за спины, они убивают всегда с первого раза, насколько я помню. Всегда с первого раза убивают. Поэтому мы сделаем так, поднимемся повыше и пойдем сбоку. Они сюда еще ни разу не забегали за мной. Может быть, могут, может быть, вообще не могут забегать. И здесь нас ждет голова. Вот она, голова. Где вот на красной, видите, голова. Это шлем, да? Не такая голова. Сейчас мы будем с ней говорить. Something. I see visions. My body, headless, ripped, my
Так, говорим дальше. Нам шлем дали, хорошо. Вот вы видите? Он дал шлем только за то, что мы выслушали всю его историю от начала до конца. Все это мы уже читали дальше. Выучить жест обезглавлено. Ой, как символично. У него колечко защиты. А, вот тоже хорошее кольцо. Это как кольцо защиты жизни, да? Но это кольцо, чем плохо, оно стоит дороже. Починка стоит 6 тысяч, то есть 2 раза дороже. Не советую. У меня в прошлую игру было 3 кольца защиты жизни. 3. Это было очень удобно. То есть убили, одел другое кольцо, убили, другое убили, потом починил и пошел дальше. Вот у него полезная смазка, вот это вот. Магический барьер. Короче, говорят, что он говорит, что его предали, там убили. Его тело разгуливает здесь, по местности. Мы потом встретимся с его телом. Теснена. Этот лес очень хороший, здесь всякие плюшки лежат. Но пока мы не будем здесь лазить, потому что нам очень опасно. А мы пойдем туда, куда надо. Даже нами никто не бежит, смотрите. Но там лес все равно обшарьте, я вам рекомендую полностью обшарьте. Угу. Все, вот мы пришли к нашему костру. Но у нас нету ветки, да? Нам что-то делать. Где-то здесь она вроде должна быть в этой локации ветка. У нас есть душ, у нас есть апгрейд фляги, у нас даже есть улучшение фляги. Угу. Давайте выложим все души, чтобы случайно не использовать. Кстати, позже, когда я уже буду подготовлен, мы будем вторгаться в другие миры. Вот наша цель, видите? Вот это наша цель. Но нам нужна ветка Белогу. Поэтому что мы сейчас сделаем? Ладно, пока мы не будем идти умирать. А, я вспомнил, где еще на кольцо жизни мы достанем. Мы потом его купим. Потом его купим. И все, у нас будет два колечка. А вот где третье, я не помню, но потом найдем. Магический болт. Пока у нас есть время, мы начнем дальше проходить, да, нам в любом случае надо будет здесь все поубивать. Это урна, видите, она стоит наверху. Так, сейчас видите, сразу будут агриться. Кстати, вот эти вот, это львы, по-моему, да, они бьют очень больно, надо быть очень осторожным. Так, сейчас подождите, пускай он подойдет поближе. Минус в том, что они агрятся сразу 40 человек. 40 человек, видите? Давай, давай, по одному. Угу. Вот видите, у ворота срабатывает. Только потому, что мы это апгрейдим адаптацию. То есть, как бы, с виду то же самое, он бьет меня, но он бьет и удары проходят мимо меня. Вот сейчас он попал, молодец. Видите, больно, очень больно. Нам надо его убить в любом случае. Один удар. О, окей. Он видел, как говорится, на тебе, на!
Унизил. Просто унизили, не знаю. Даже не могу сказать, как кого. Ладно, все, идем дальше. Следующая жертва. Я помню точно, что где-то здесь должна быть ветка блога. Должна быть, должна. Ой, удар. Убили, как он иногда делает прокаст. Вообще жестко. Ой. Так, он чтобы не навернулся, там можно умереть. О, долго. О, все равно видите, да? То есть, казалось бы, он должен был меня ударить и продамажить, но нет. Запомните, что адаптация нужна именно тем, кто будет работать на увороты, как я. Если вы работаете щитом, то никакого смысла нету качать адаптацию, вообще нет. Ну, единственный плюс, да, что у вас будет сопротивление и то, что вы будете быстро выпивать лекарства, хилки. Все, убили двоих. Теперь пойдемте. Ломать эти урны, их лучше всего... Кстати, у меня хороший иммунитет, я заметил. Очень медленно набирается полоса. Ломать, видите, эти урны лучше своей головою. Пойдет. Дай ветку био... Как она называется? Не, не то. Вон, три фигурки дали нам. А я хочу не фигурки. Давайте мы глянем следующее. Насколько я помню, да, она умирает от яда. Как ни странно, казалось бы, да? О, у нас, кстати, есть новый лук. Мы же... А, или не мы же, или я же. Вы, наверное, не видели или видели, когда я на том корабле был, да, пытался НГ убивать, и мне не получалось. Там у одного человека выпал лук. Очень интересный лук, скажу вам. Вот он. Ни разу не видел. Ни разу за все игры. Морской лук. Атака 72, дальность 65. Сравним. То есть выше атака немножечко выше, но и дальность. У нее, видите, множитель, да, похуже. Здесь А, здесь С. Хотя атака то же самое, смотрите. Здесь атака 65 плюс 56, а здесь... Вот. 72 плюс 56. То есть мы будем с этого лука стрелять. Хороший лук. Нам нужно попасть 4 раза, не забывайте. А, хорош. Ну-ка посмотрим. А? Слабенько дамажит, конечно же, слабенько, да? Мне бы убить его с 8 стрел, было бы хорошо. Давай. Хороший лук, мне нравится. Да, один раз у меня сбросилось, и он прокосил. У нас есть еще ножички. Ну, я вам показываю самый такой эффективный способ, правильно? Зачем поставляться, идти умирать? Если можно хорошенечко продамажить. Сейчас пройдет. Да, убьем. Теперь сделаем так. 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 Первый раз так делаю, да, пробило, видите? То есть сразу мы сделали и ножички, и стрелы. Комбо, понимаете? Называется комбо. Ну и все, собственно говоря, сфидел. Изи. Пук! Хотя до этого я всегда убивал его с руки, всегда. Я хотел вам показать, что такое яд. Окаменевшая кость дракона. А, она может когда-нибудь пригодится. О, здесь уже хорошо дамажит, смотрите, хорошо пробивает. Но нам нужен здесь вот еще лев. Эй, пойдем. Вон плюшка лежит. Камон, детка, давай. Опа. Удар. Прыжок. Удар. Прыжок. Так, ничего, мы не упадем никуда. Прыжок. Удар. Мимо, молодец. Как надо. Прыжок. О, видите, да?
Можно, конечно, попробовать со спины обойти вот таким вот способом. Ах. Вот так попробуем, давайте еще раз. Нет, блин, ну, врубит. Ну, можно сделать. Можно сделать сильный удар со спины, ну ладно. И головой, бабах. Еще у нас здесь есть, да? Бабах. Бабах, бабах. Ничего интересного здесь нету, только плюшка есть. Ну да, ключками, блин, но я хотел кое-что другое. Я хотел кое-что другое. Ага. Блин, неужели здесь ветки нету? Где-то она должна быть, или он сдохнет, скорее всего. Я вот даже не представляю, а где она может быть? Ой, ой, да, мой косячок, косячок мой. Давайте убьем, я подумал, что же нам сделать, где ветку-то взять? Угу. Вот вы видите, да? Если бы мы не прокачали бы адаптацию, он бы по-любому продамажил бы. О, молодец, нехило, нехило, мне нравится это. Ах, не убивай, не убивай. Угу. Кстати, здесь, если мы используем здесь ветку Белога, да, там можно найти в сундуке еще одну ветку. То есть, грубо говоря, мы ничего здесь не потеряем. Ну вот, блин, я не знаю, что же делать, а где ветку-то взять? Будем пробовать искать. Блин, а все не то. Туда мы не пройдем, там мы провалимся. Ветки там нет, наверное. В любом случае должна быть, я прям чувствую. Во. Давай здесь, пожалуйста. Не то. Так, а как нам туда попасть? Сюда вот. Еще здесь есть проход. Кстати, там может быть веточка, наверное. Давайте посмотрим. А, здесь же подъем есть. Ха. Мы уже обчистили почти всю локацию. Не то, все не то. Можно прыгнуть, будет немножко больно. Немножечко больно. Здесь еще будет лягушка. Все, сдохло. Эх, и здесь нету ветки. Ну ладно, тогда пока мы будем без ветки. Я, само собой, пока не буду обновлять территории. Там пройти можно с другой стороны или... О, а это что такое? О, а если еще не было здесь разве? Вот, алебарда черного рыцаря, хорошее оружие. А здесь можно, интересно, запрыгнуть? Стой, стой, стой. Мне кажется, здесь можно упасть, да? Т
Странно. Так я же здесь упаду, разобьюсь, непонятно. Ну, что была не была. А другого варианта нету, здесь нельзя выбраться никак. То есть там мы не выберемся 100%. В любом случае, мне нужно будет еще искать ветку. Видите, здесь никак не выйти, никак. Что-то мне кажется, что это не поможет. Хотя, попытка не пытка, у нас есть кольцо. А, помогло, смотрите. Хорошо, будем знать. Ну все, теперь точно я полностью всю территорию обчистил. Ветку я пока не нашел, но я попробую вспомнить, где она была, подумаю. Или будем искать в другом месте. Нам нужно вот это вот существо активировать. Давайте уже в следующем выпуске, я думаю, что-нибудь придумаем. Мы обязательно его оживим. Давайте, до следующего выпуска. Пока!